На Али продается вот такая подвеска клана Учиха с 12 шаринганами. Крутая штука, правда? А какой шаринган твой самый любимый? Всем привет! Сейчас я покажу вам 30 самых крутых товаров с AliExpress. Ссылки на все товары вы найдете в описании под видео. А одну из этих вещей ты сможешь получить совершенно бесплатно, если успеешь в течение 5 секунд поставить лайк и подписаться на канал. Все, что вам остается, так это выбрать товар, который вам понравится больше всего. В связи с последними событиями, я думаю, эти вещи должны быть у тебя. Миниатюрные железные брелки или подвески в виде различных масок гулей. Что выберешь, решать тебе. Что? Ты не любишь гулей? Да пожалуйста, вот тебе целый набор, состоящий из различных куинки, что помогут тебе справиться с любым гулем. Кроме Канеки, конечно же. Он ведь главный герой все-таки. Косплей в России потихоньку набирает обороты. И как вы знаете, члены Акацки носили особый вид одежды. А именно длинные черные плащи с высокими воротниками до подбородка. Вам тоже он понадобится, если захотите примкнуть к этой организации. Мантии довольно отличительные, поэтому членов Акацуки легко узнать даже издалека. А к этому плащу подойдет вот такая крутая подвеска с символом Акацки – красным облаком. Стоит недорого и выглядит очень круто. А это необычная фигурка гигантского титана. Головастого гигантского титана. В прошлый раз я рассказал про кровать Тоторо, но она оказалась слишком дорогой, а для настоящих фанатов есть вещи значительно дешевле. Например, вот такой вот крутой коврик для мыши в виде Тоторо. Или вот подставка для ручек и даже мягкий плюшевый брелок в нескольких расцветках. Ну и, наконец, теплая кофта с крутым капюшоном. А это, наверное, самые милые фигурки Акацки, которые вы только видели. Высота этих фигурок вместе с подставкой достигает 8 см. А в комплекте идут сразу 11 штук. А это крутая фигурка Пикачу из аниме, вы не поверите, из Атаки Титанов. Как думаете, кого он изображает? Леви? Или Микаса? Или, может быть, Арен? Непонятно. А еще на Али можно так неплохо приодеться в стиле Хатаки Какаши. А его стандартный набор – это маска и книжка, которую он постоянно читал. А это забавные фигурки титанов. Вот только титаны совсем маленькие и нужны они для того, чтобы повесить их на кружку. Прикольно, правда? О, забавные фигурки персонажей Хвоста Феи. Хэппи, как всегда, получился отлично. Только почему-то у Грея нету его подвески. Но не беда, на AliExpress она продается отдельно. А еще есть вот такой крутой кулон из этого же аниме. А это вообще крутая штука. Ночник в виде Сусана Саски способен светиться не только фиолетовым цветом, но и любым другим на выбор. В ночное время выглядит нереально круто. Если вы посмотрите на эти необычные фигурки, то сразу же поймете, что Луфи, наверное, самый интересный персонаж на AliExpress. Таких прикольных фигурок там целая куча. Вы бы еще фигурки Луфи в технике четвертого гира придумали. Что? И такие тоже есть? И почему я не удивлен? Одна из самых знаменитых аниме-масок. Маска Ичиго Куросаки. И у продавца представлено 4 варианта с различными текстурами. У каждой маски есть надежные крепления, которые можно регулировать. Так что она подойдет любому, кто ее наденет. А еще на Али есть маска, которую носил Обито. А точнее, это очки такие. Прикольные. Хочешь себе меч из мастера меча онлайн? Да пожалуйста, вот он. Заколоть им, конечно, никого не получится, а вот повесить на шею запросто. Это кулон такой. Если нравится, жми лайк. А чтобы получить бесплатно любую вещь, которая вам понравилась больше всего, вам нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на канал, а также написать любой комментарий, чтобы я мог выбрать победителя. Как только под видео наберется 5000 лайков, в группе ВКонтакте сразу же появится пост с итогами конкурса. На этом я заканчиваю. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.